Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? Loot Farm – это решение всех твоих проблем. Обменивай свои вещи на то, что ты хочешь, а продуманная система баланса не даст потерять ни копейки. Каждый обмен – это шанс получить до 5% бонуса на твой счет. Loot Farm – получи то, чего хочешь. Your most persistent. Ну что еще? Привет, папань. Слабо выйти раз на раз с чеченским школьником. My allies tend to die. У нас с тобой не улажен конфликт, Чечня круто или нет? Что? Я тебе уже два раза отвечал, что нет. Это третий уже получается. Каким чеченским школьником? Что это такое вообще? Зелье телекинеза. Мяу. Зелье брони. Ну не знаю, пусть пока побудет. Привет, папань. Что бы ты сделал, если бы резко оказался в клетке с как Винницкий орел прыгнул бы на... Блядь! Как думаешь, с кем у тебя больше шансов? Хабибом или... Что это такое? Пробей двоечку. Работяги оценят твои чеченские... Блин, ты меня прям выгоняешь из унылочей. Что такое чеченский школьник? Что это такое? Что это значит вообще? Это рандомный чеченский школьник? Что это значит? Я понять не могу. Окей, я хотя бы знаю, кто такой Хабиб. Потому что, ну, я смотрю самые хайповые матчи. Это вот ММА, я смотрю самые хайповые матчи в UFC. Или как правильно сказать, UFC. Ну, то есть редко самое такое, самое хайповое. Последнее, что я смотрел, это бой Тонича. Ну, Фергюсона. После этого я вроде ничего не смотрел. А, нет, смотрел еще какой-то женский матч после этого. Там был какой-то интересный, я забыл какой. Что бы я сделал, если бы я резко оказался в клетке с Хабибом? Вот, то есть я человек, которого это стоит спросить этот вопрос, да? Я геймер. Я не боец или что-то еще было. Пробей двоечку. То есть я не боксер. Работяги будут оценивать мою технику бокса, когда я в жизни занимался боксом 0 секунд. Когда мне было 6,5 лет или 7 лет, меня отдали в секцию тэквондо. Я там был, наверное, год, возможно, походил год или полтора. И потом еще, когда мне было 16 лет, я решил вернуться, ну, попробовать снова. И я вернулся где-то на полгода и забил уже. Но как бы в любом случае, опыт с боевыми искусствами у меня самый минимальный, я считаю. Я тебе что, боец? Как я умолял бы о пощаде? Или как Винницкий орел прыгнул бы на него? Как бы я там оказался, скажи мне? Как бы я оказался в клетке? Кому-то это интересно или что? Я же не боец. Пиздец вопрос. Когда уже будет бой, кстати? Когда уже Тонич подерется с Хабибом? Сколько ждать? Я заебался ждать. Ну, как бы... О, он с Верой столько продал? Сколько бы? Сколько? Я уже жалею, что я его не убил. Если я его убью, я могу получить 4 сферы истока? А, нет, а за 4 так дорого? Сколько одна стоит? 3500. Ну, нет, все равно дорого. Может его убить? Могу ли я залутать сферы истока? За сферы истока можно ее убить. Вау. Ну что еще? А, вот этот? Вот представь, что ты резко проснулся после сладкого сна. Стоп, Тян, стоп, лицом. Я оказался в октагоне с Хабибом и драться вы будете по ММА. Не хочу давать ему ходить. Как я могу с ним драться, если я... Выбор одного стыла, вампиризм, крит, стан или вторая жизнь. Что бы ты выбрал против Хабиба? Кто не будет драться зимой? Бля, чел, это что за хуйня? Вампиризм, крит, стан. Мне нужны параметры статов. Что поможет его победить? Что мне поможет, не знаю. Там что, драка на смерть или что? Что мне поможет победить или убить? Хз. По правилам Юф. Подожди, что ты вообще за хуйню пронес? Вы будете по ММА правилам в UFC. И при этом у меня есть скиллы вампиризм, крит, что? Это позволяется правилами UFC или что? Ты меня запутал.
хочу этого урода заставить, не хочу давать ему ходить. Ну что еще? Квалы на инд будешь проходить. Нет, не буду. Команду АВК 3500 плюс Skype. У меня родаки сейчас все уехали. Можно у меня в Виннице собраться на будке, либо к тебе. Посмотрите на его никнейм. Даун на донатере. Вот, Жиза. Я, короче, не буду воспринимать серьезно, хорошо? Учитывая твой ник. То есть он бы здесь умер и потерял бы куб. Хватит байтить. Чешо. У меня бабки кончаются, брат. На что байтить? Бля. Ты меня байтишь на что-то. Покажи хотя бы один удар ногой или рукой в лес РНГ ради работяг. Может, ты стрим перепутал? Последние налоги обычных русских в Чечне. Может, ты стрим перепутал? Что это вообще значит? Покажи хотя бы один удар ногой или рукой. Не, конечно, в курсе, что... Но даже сейчас, в 2169 году, есть люди, которые считают, что я на стриме, там, не знаю, пытаюсь вас развлекать, то есть, ну, как бы, на клоуничах. Но на самом деле, так никогда не было. Вообще никогда. Даже когда я только начинал стримить. Даже мои первые стримы по доте, я, ну, это было само собой. Я не старался кого-то развлекать. Ты хочешь, чтобы я сейчас тебе на веб-камеру показал удар? Я, будучи человеком, который, ну, с боевыми искусствами скорее на вы. Хоть я и ходил на них там в детстве, а потом в подростковом возрасте еще полгодика, но нет, я не буду ничего показывать. Как бы я мог убрать профессионального бойца один на один в клетке? Без оружия это невозможно. Мне нужно как минимум, я не знаю, блин, как минимум нож. Желательно подлиннее, который нельзя перехватить никак. Не знаю, какой-то кинжал, блин, вот такой вот уж. Это как минимум. Как я иначе могу сражаться с профессиональным бойцом? Это как вообще возможно? Это, ну, не является, по сути, возможным. Мягко говоря. О, еще один? Еще одна пирамида? Да. Другой смысл. Ну что еще? На каком это языке? Да бля, заебал, у меня домоеды много будет. Твикс, хлеб, орешки, мишки, бычья, пункт. Погнали на будке, посмотрим сумлик. Закажем индивидуалок, либо я позвоню своим одноклассницам. Спасибо, ребята, что, я не знаю, вы меня развлечь пытаетесь или что. А то реально, ну, как бы, недавно усыпал. Теперь я хоть проснулся немножко. Что еще? Вместо плюс один два оружия. Пабзан, у нас вчера состоялось экстренное собрание по тому, на кого ты похож в мире животных. Пришли к выводу, что ты, белка... Большую часть времени проводишь в дупле, шишки повсюду, собираешь только поблизости, никуда не бегаешь. Иногда впадаешь в спячу, бан. Поэтому попичь равно белки. Нет, я больше всего похож на кота, очевидно. Задумайся, чел. Коты большую часть своей жизни проводят за тем, что они ничего не делают, отдыхают, как и я. Коты живут за счет других, как и я. Ну вот и все. Я кот. Так, орлиный глаз покупаем в любом случае. Ну что еще? Это прям очень круто. Да. Ну что еще? Бля, ну что это такое? Как ты относишься к канальному сексу с девушкой? А что, может быть еще не с девушкой или что? Что это за... Как думаешь, как правильно разрабатывать девушке отверстия, чтобы не подтвердить? Может, не повредить, ты имел в виду? Будет ли гайд поэтому? Нет, не будет. Я не буду на это отвечать. Тебе надо провести бой против чеченского школьника, только без всякой крысяцкой хуйни типа шокера, меча. Что за хуйня? Почему? Все равно тебя смотрят уже только 2К работяг. Меня не волнует. Чтобы все было как раньше? Ты что, зря качался, Витас? Пора выпустить свои мышцы на волю. Прольется кровь. Блять, меня не волнует моя популярность. Никогда не волновала. Я же тебе говорю, ты перепутал стримы. Ты реально перепутал стримы. Откуда ты это взял вообще? Что меня это все волнует? Разве, ну... То, что я как бы...
ни разу нигде не появлялся публично, не участвовал в никаких мероприятиях и т.д. и т.д. и т.д. Не доказывает то, что мне на все это плевать. Мяур! Мяур! Где я видел тут что-то хорошее? А вот, ловкость, мастерство охоты. А у меня ловкость и искусство убийства. Ну, в принципе! Можно купить. Но можно и не покупать. Да, пань. Хоштру старик. Недавно решил по приколу проверить твои советы про то, как снять девочку. И бля, оно реально работает. Закон тачился с какой-то... Мои советы, как снять девочку? Сходили погулять, а в итоге пришли ко мне домой, где я ее и натянул, и это было охуенно. Мои советы... Спасибо, чулахов. Неров ЛКС, да. А когда я давал подобные вообще советы? Я помню, максимум я ну, рассказывал гайд на индивидуалок, но это ж не прям были советы. Прям советов я не помню. Скелету можно лицо менять. Не, пусть будет как было в оригинале все у него. Так. Ну что еще? Я еще не скоро забуду твой умелый язычок. В следующий раз превращусь с помощью маски. Ой, бля. Камень воскрешения и готовь флакона с маслом. Будем проводить научные опыты по размножению микроаскетиков. Пиздец. Ты микродолбоёбик. Спизжена. Ну, вернее, не спизжена. На самом деле, как бы мы захватили корабль, тут все мое. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.